Всем привет! Это очередная раздача игр в Steam, Epic Games и так далее. Не забудь подписаться на канал и обязательно поставь уведомления о новых видео. Не то будут опять раздавать GTA 5 или RDR 2 или еще что-нибудь очень крутое и опять пропустишь. Потому что некоторые игры могут сутки всего лишь раздаваться бесплатно и многие пропускают. Поэтому не забудь подписка и самое главное колокольчик. Здесь это действительно важно. Итак, в Steam началась весенняя распродажа игр с 16 по 23 марта. И по традиции можно получить значки. На этот раз нужно просто заходить в категории игр и каждый день можно получать по значку в честь этой весенней распродажи. Подборки игр с большими скидками я оставлю в описании к видео. Посмотрите себе спокойно, повыбирайте. Может кто что-то давно хотел купить подешевле и со скидкой. Далее здесь же в Steam началась бесплатная навсегда раздача игры Tina Tina's Assault on Dragon Keep, то есть игры во вселенной Borderlands. Просто перейдите на ее страничку, авторизуйтесь в Steam и заберите себе навсегда в библиотеку. Все ссылки в описании к видео. Далее переходим в магазин Epic Games и там в еженедельной раздаче отличная пошаговая стратегия Warhammer 40 000 Gladius. То есть красивая стратегия во вселенной Warhammer 40 000. Тут есть как одиночная, так и кооператив и многопользовательская игра. Просто перейдите и заберите бесплатные навсегда. Также не забывайте, что у себя в телеграм-канале я под каждое видео делаю розыгрыши аккаунтов Epic Games на 40-50 игр, по 15 штук разыгрываю. Аккаунты полностью белые, можно менять почту и любые данные. Просто перейди ко мне в телеграм-канал по ссылке в описании и нажимай кнопку «Участвовать» на розыгрыше. Плюс там тоже рассказываю о раздачах игр, потому что там быстрее приходят оповещения, и вы не пропустите крутые раздачи игр. Также, если что-то пропустил по раздачам или по мобильным играм, это все укажу в описании. Поэтому, если вам нравится эта рубрика раздачи игр бесплатной навсегда, то обязательно подпишитесь и поставьте уведомления. До следующей раздачи игр, пока!